Но очень веселым событием стала попытка попов свернуть шею теории эволюции Дарвина. Ну, ни у кого, надеюсь, нет сомнения в том, что церковь, гадину церковь, я знаю, конечно же, лучше всех присутствующих. И еще 20 лет назад я предупреждал о том, что ее беззубость абсолютно мнимая. Она только прикидывалась таким декоративным и невинным этнографическим бабушатником. Ну и вот, пожалуйста, мои слова подтвердились. Получив власть, эта церковь принялась сводить счеты со своим главным врагом, с теорией эволюции. И сотни невежественных и тупых попов уже устроили то, что на интернет-языке так красиво называется «пердуха», то бишь торжество духовности. Ну, попы, они, понятное дело, снова пытаются задушить фундаментальное и важнейшее понимание, которое лежит в основе всего современного знания о мире и о человеке. Кстати говоря, никогда никаких компромиссов между теорией эволюции, наукой и церковью не было. Наука одно время тогда испуганно терлась, о ноги науки, и возникло несколько бредовых, смешных и никому не нужных завиральных гипотез о совместимости знания и веры. Но вообще единственное, что всерьез можно обсуждать с верующим, это, конечно, только способ плетения лаптей. А теория эволюции красиво, но абсолютно безжалостно спускает в унитаз всех Христов, все чудеса, все логосы и прочую муть. Ну, разумеется, это атака на теорию эволюции. Это еще одно доказательство глухой пещерности путинской России. Ну, то, что попы кинулись жрать, чавкая и разрывая в клочья теорию эволюции, нет ничего удивительного. От них этого следовало ожидать. Теория эволюции – их давний и смертельный враг. Она хоронит церковный бизнес. Но это все ожидаемо, это все объяснимо. Но во всей этой истории есть и нечто потрясающее. И потрясающим является то, что и Российская академия наук, все научное сообщество Российской Федерации не смеют даже пикнуть поперек попов. Академики забрались под плинтус, антропологи, астрономы, физики сдрейфили, и все сразу хором заткнулись. Поповский вой, призывы отменить теорию эволюции в школах, он звучит все громче, все увереннее, все победнее, а российская наука безмолвствует и трясется, боясь проронить хотя бы словечко против поповского беспредела. Не зафиксировано не только протестов, но даже и робких возражений. Российские доценты, профессора, академики испуганно попрятались. Как только сгустились поповские тучи, все они без исключения оказались терпилами, трусами и редким дерьмом. На роковую битву за теорию эволюции из них не вышел никто.